Привет. У меня отвес аж полкило за сутки. Это очень много, но это первые сутки программы, и я не всегда всерьез воспринимаю эти первые легко сброшенные килограммы, потому что это как-то, ну, новичку везет, да? Наше дело — это дистанция, чтобы на дистанции был устойчивое продвижение к нужному нашему весу. Так, и я под большим впечатлением, конечно, от Харари, от его книги «21 урок 21-го столетия». Особенно вот хочу в разрезе нашей темы одну цитату предложить. «Чувства основаны не на интуиции, вдохновении или свободе, а в их основе лежат вычисления. Когда обезьяна, мышь или человек видит змею, чувство страха возникает из-за того, что миллионы нейронов в мозгу быстро обрабатывают соответствующие данные и приходят к заключению, что вероятность гибели велика. Чувство полового влечения возникает тогда, когда другие биохимические алгоритмы вычисляют, что находящийся рядом индивид обещает высокую вероятность успешного партнерства, социальных связей или какую-либо другую желанную, цель». Нравственные чувства, такие как негодование, вина или прощение, обусловлены нейронными механизмами, отвечающими за групповое сотрудничество. Все эти биохимические алгоритмы совершенствовались миллионами лет эволюции. Если чувство одного из наших предков приводило к гибели, к фатальной ошибке, то гены, сформировавшие эти чувства, не передавались следующему поколению. Таким образом, чувства не противоположны рациональности, они суть и воплощение эволюционной рациональности. А в этом плане, конечно, ежедневное взвешивание для меня вот в аналоговом видео на бумаге, у меня это календарик на год, это такой эмоциональный способ сбора данных. Когда я отмечаю вес ежедневно в одно и то же время, я волей-неволей анализирую и не всегда осознаю этого прошедшие сутки в разрезе там, пищевого поведения, психологического, эмоционального, гормонального состояния. И так вот сутки за сутками я собираю вот собственную базу данных, что конкретно для меня работает, а что нет в области диетологии, нутриологии. А есть еще такая статистика, что когда человек что-то говорит, то 80% влияния приходится не на слова и факты, информацию, которую он говорит, а на то, как он это говорит, в каком состоянии он это говорит. И исходя из этого, у меня есть очень серьезное предположение, что вот мое состояние сейчас по поводу того же самого отвеса будет более полезной и ценной информацией относительно того, как, собственно, сбрасывать вес, чем цифры, факты из диетологии и нутриологии. Но в этом, собственно, и есть задумка этого аудиодневника, ну, пока что аудиодневника, со временем добавлю и видеокартинку, чтобы передавать не только вербальную информацию о том, как похудеть, потому что это очень разное состояние. Одно дело, когда ты уже похудела, тебе уже неинтересно все это дело, а другое дело, когда ты вот только что, когда ты в процессе. Это то, что пока еще оно такое живое, что ли, оно, по идее, цепляет, в хорошем смысле цепляет, и motion is motion, да, эмоции, которые помогают двигаться, и дай бог не только мне, потому что я сейчас это записываю, то сейчас как-то фиксируется, и у меня есть предположение, что это поможет и поддержит и тебя тоже.